На Наташинских прудах звучит детский смех. На главной площади парка праздник «Шарляндия». Его организовало люберецкое сообщество «Мама офлайн». Конкурсы с воздушными шарами, мыльными пузырями и мастер-классы. Ребята по картинкам изучали английские слова, делали рисунки с помощью полиэтиленовых пакетов и вышивали бисером воздушные шарики. Вышиваю. Первый раз. Я возьму себе на память этот шарик. Праздник «Шарляндия» проводят в Люберцах четвертый раз. Ежегодно он собирает более 100 мальчишек и девчонок.